Привет всем. Если двигатель подсасывает воздух и хотите проверить, самый простой метод проверки – это проверка с помощью тимогенератора. Почти в каждом автосервисе можно проверить двигатель на подсос воздуха. Но иногда не всем это удается по каким-то причинам. И предлагаю свой вариант для создания простого тимогенератора. Смотрим видео, потом пофантазируем. Можно, конечно, усовершенствовать мой вариант тимогенератора и сделать лучше. За несколько минут можно смастерить из подручного или приобретаемого в ближайшем магазине такой простой инструмент. Исходя из моего опыта, предлагаю выбрать бутылку более широкой горловиной, чтобы потом от большой температуры сигарета горловина бутылки не оплавится. Также рекомендую стык бутылки и трубки обмотать скотчем, чтобы дым от нее не просачивался на улице. Можно, конечно, воздух закачать с помощью электронного насоса, но я советую использовать простой насос, чтобы не повредить из-за лишнего закачанного воздуха диафрагмы и сальники внутри двигателя.
Спасибо всем за внимание. Просьба высказать замечания и идеи по усовершенствованию конструкции. Прошу подписаться на канал, нажать на колокольчик и, если видео было чем-то полезным, поставить лайк.